Привел к Богу множество людей. Его духовные чада проживают в самых разных уголках мира. Его пророчества исполняются на наших глазах. Его наставления спасают души. Его молитвы творят чудеса. Его слышит Бог. Величайший угодник Божий, схи архимандрит Иона Игнатенко. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Господи, Иисусе Христе, Сыне Единородный, безначально Твоего Отца, Ты реклися при чистыми усти Твоими, яко без меня не можете творить и нечесожу. Господи мой, Господи, верую объем и души моей, и сердцем Тобою речены, припадаю Твоей благости, помози мне грешному и нам грешным, сие дело начинаем, о Тебе самом совершите, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Говорит, родился Кировградская область. Я говорю, а какой район? Говорит, Бобринецкий район. А вот не помню, как село или какое все. Родился батюшка Иона в селе Павлогорковка Бобринецкого района Кировоградской области в 1925 году. Я девятый. Говорит, меня мать 45 лет родила. Девятый. Говорит, моя мать, говорит, абортов не делала. Все, говорит, верность отцу сохраняла. Вот я девятый в семье, говорит. Последний, говорит, но самый высокий, говорит, выше всех ростом был. Мы не играли, нас 9 детей было, и все работали прямо с детства. Отец берет косу, идет косить, и берет, значит, двух девочек. Одна старшая девочка, это помощник матери, потому что у нас 9 детей было. А те две девочки идут с отцом, значит, он косит сено, они впереди камушки выбирают, чтобы коса не попала на камень, уже трудятся. А были маленькие, там по 8, по 10 лет, и уже им было задание, чтобы они трудились. И они трудились с отцом, были, и не было баловства, не было, значит, вот такого там праздности. А все, значит, были заняты, и все. И навоз, если там кучку собирали, это топка. И все, где там на стороне оправилась корова или лошадь, несите на кучку, берите совочек и на кучку. И все, и дети это уже знали, и трудились, видите, все. Старшая, значит, сестра у нас была, так она помощник матери. А брат говорит, ты не знаешь, я самый меньший, 9 детей, я 9. То, а он старший, то говорит, я всю ночь, значит, двух лошадок пас, были лошадки. Вот. А говорит, утром отдохну. А отец говорит, нет, запрягает лошадок, едем, значит, пахать. Он говорит, я же не отдыхал. Ничего, говорит. В обед покормим лошадей и сами отдохнем. А учились тогда всего 2 класса, сельские люди. Ну, учение было хорошее, строгое, значит, так линеечка ходила, если кто побаловался и все. Ну, он совсем маленький был. Где-то я не знаю, сколько было ему, но, наверное, лет 5-7, наверное, потому что в Грузию они бежали, их как бы раскулачивали. И пришел человек ночью и предупредил, говорит, вы в списке, быстро собираетесь и уезжаете. В течение вот этой ночи они собрались, уехали, и так они добрались до Грузии. Потому что в Грузии было относительно спокойно, относительно нормально. Батюшка рассказывал про те времена, когда их раскулачивали. Он говорит, что соседи начали сопротивляться, и их расстреляли на месте.
отец у меня был не гордый. Он нас забрал, 9 детей, свою семью забрал, ушел в лес, выкопал землянку, и мы там жили. Это, по всей видимости, по дороге в Грузию. Они сначала жили в землянке, а потом уже попали в Грузию. Мы были простые крестьяне. Отец и мать не ходили в школу. Даже ни одного класса не окончили школы. Какие там богачи были. Простой домик было две, были лошадки, корова, это уже богатый человек. Вот, и у нас крыша была накрыта железом, богатый человек. И нас раскулачили, выгнали дома, вы кулаки, значит, все. Как вспоминал батюшка Иона, новая власть пришла нас раскуркуливать. Семью из 11 человек. Какие же мы кулаки? Одна из причин раскулачивания была в том, что мы не скрывали своей веры в Бога, посещали церковь. Мама говорит: дети, не слушайте безбожников, рай на земле не будет. Рай – это на небе, там все, в Евангелии это пишется, все. Видите, какие мои родители были, а в школу не ходили. Они ходили в церковь, и что батюшка сказал, закон: не убей, не вкради, не обмани, не прелюби, не сотвори, не лги, не обманы, не проклинай никого, не пожелай никого, не осуждай никого, чти отца твоего, мать твою, да благо тебе будет на земле, долголетний будешь. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем душой, всем помышлением твоим и ближнего своего, как самого себя. Это они знали, понимаете, и были благочестивые люди. И нас, 9 детей, воспитали. Воспитали хорошо. Говорят: дети, лучше с холоду умереть, чем чужое брать, кого-то обижать, воровать, убивать, пойдете в ад. А воздержитесь, нет у вас куска хлеба, попросите у кого-нибудь, люди добрые дадут, а потом вы заработаете. А воровать, убивать нельзя, потому что пойдете в ад. Выезжали мы в 30-м году, в районе не было врача у нас в районе, а около района почти 100 сел. И никто не болел ни раком, ни СПИДом, ни сифилисом, не было болезни, потому что люди молились. И в военные годы, когда шла война, батюшка уже имел сколько тогда, лет 15, наверное, он пошел работать на буровые вышки, на нефть качать. Он очень тяжело работал с молотом. А потом он уже изучил трактор, изучил и начал работать уже. Я трудился, 30 лет у меня стажа работы на производстве. Только война началась, мне было 15 лет. Старших на фронт забрали, а нам предложили работать. И я пошел уже на буровую работать мотористом. По 12 часов работали, а хлеба не было. Вот, все на фронт отправляли хлеб, а нам только ячмень смелят, и не сеяни так пекли хлеб, бо нечего выбирать было. Ну, война, все разбили, все. И вот так было, тяжкие времена были. Но пережили, понимаете, и как-то люди были спокойнее, чем сейчас. Армию не взяли, говорит, по броне остался. Ну, так, сколько там отец уже отошел ко Господу там в Грузии, там он и похоронен. А после, говорит, переехал в Черновецкую область, там закончил курсы трактористов, да, потом, говорит, поселился вот это Молдавия, Бельцы, да, Бельцы, и там, говорит, работал на сахарном заводе, говорит, на погрузчике, говорит, свеклу, говорит, грузили, все. В молодости с ним произошла чудесная история. Пахал он ночью, нечаянно заснул за рулем трактора, внезапно проснулся, видит, в свете фар перед трактором стоит женщина. Он заглушил мотор, выскочил, никого нет. И на том месте, где женщина стояла, обрыв. Отец Иона говорил, что эта Богородица его от смерти спасла. Моя мама была заведующим свеклофунта. Папа потом приехал, и они грузили в вагоны эту свеклу, сгружали в вагоны и отправляли на завод.
И вот у него был такой трактор с лопатой. И он с ковшом таким. И он, значит, набирал эту свеклу и через себя перекидывал в вагоны. Конечно, это очень тяжело. Тяжелая работа, так как трактор, он в любую минуту мог перевернуться. Конечно, говорит, как молодой, то разные, говорит, ошибки были, и грехи разные были, все. Но где-то к 30 годам, говорит, что заведующая была у меня Анна заведующая, говорит, и я так с ней сошелся, где-то к 30 годам, говорит, ну, 5 лет, говорит, жили с ней, не венчанные, не расписанные, вот так жили, говорит, 5 лет не было детей, на 5-й год, говорит, народилась дочка у нас. В моем детстве батюшка был очень хороший. Они меня, вообще родители меня никогда не ругали, не били, это, боже, сохрани, этого никогда не было. Я росла нормальным, спокойным ребенком, никогда ничего не было. Надежда Владимировна, скажите нам, пожалуйста, поподробнее о батюшке Ионе, вот какой он был в молодости, вот каким вы его запомнили? В молодости он был веселым, добрым, хорошим. И всегда было, как, всегда внимание. Было внимание с его стороны и к семье, и к другим людям, и к посторонним. Были друзья, были товарищи, было много людей, знакомых, незнакомых. Все равно он общался, общение у него было и в молодости. И потом, когда он начал уже ходить в храмы, в Пелении, там, в селе. И он, когда приходил в храм, вот по воскресеньям в основном, или большие праздники, люди, дети, взрослые люди, бабушки, дедушки всегда выходили, встречали его. Он ехал в Белицу, покупал целый по килограмму там конфеты, печенье, позасовывал в карманы. И когда он подходил уже к селу, люди всегда знали, и дети особенно знали, что идет Владимир, и он несет гостинцы. Всегда угощал детей, взрослых, бабушек, дедушек, всех угощал. Кого конфетка, кому печенье. Это такая была радость для этих детей и взрослых. Я удивляюсь, ну дети, ладно, дети, конфетки там. И когда он проходил, так и говорили, святой Владимир идет. Вот, смотрите, святой Владимир идет. А еще когда он подрясник себе приобрел, одевал его и тоже ходил, он и в Бельце ездил, в храмы, там у нас были два храма, Рождение Богородицы и Святого Николая в центре города. Батюшка ходил туда, в храм. Иногда одевал и подрясник, и в город даже. Ему кто-то подрясник благословил? Да, он каждый год уезжал куда-то паломничать. Угу. То в горы, на Кавказе, там, то еще где-то. И, видимо, ему кто-то благословил какой-то. Монах благословил этот подрясник. Он его привез, одел. Мама, конечно, была в ужасе. Она говорит, ты хочешь, чтобы меня посадили? Говорит, как это? Говорит, вот это выйди сейчас на люди в этом подряснике, и что это будет? А он сказал, что ничего, Аннушка, все будет хорошо. Он относился хорошо к маме, никогда, как говорится, они особенно никогда не притирались, и даже насчет верования, потому что он понимал, что мама такую должность имеет. Она была начальником на все три села, как говорят. Раньше же крестьяне были в основном, остались крестьяне после войны в Молдавии. И вот они ее очень уважали, и она не была особенно воцеркленной, но у нас были всегда висели иконы, она всегда молилась себе постепенно, были книжечки. Так получилось, что они с мамой встретились в Молдавии. Они оба из Кировоградской области, только мама с Александрийского района,
с этой стороны, а батюшка с другой, по-моему, с восточной стороны. Рядом село было 2 километра, там, но в том селе были, как, были больше баптисты. Но батюшка тоже ходил, он не ходил в баптистскую церковь, но когда нужно было там в село заходил, там знакомым, всегда он чем-то угощал, и тоже дети также собирались, и дети, и старики, и всегда. И почему-то говорили, о, святой Владимир идет. Святой Владимир, да, они так его и называли между собой, святой Владимир. Один раз он привез парня из города, и Танушка, ты знаешь, его надо накормить. Он такой бедный мальчик, молодой парень, видимо, работал где-то. Он такой бедный мальчик, его надо накормить. Он живет в общежитии, знаешь, как мальчик в общежитии, что он там, сам себе не готовит особенно ничего. Моя мама говорит, и это что, его, и он и спать будет? Он говорит, не, только накормить, мы ему дадим денежки. И он себе поедет, мол, вечером поедет обратно в город. А то, в общем, он собирал даже в то время, как обычно, еще не воцерквленным. У него были друзья, у него были товарищи, у него были люди, которым он помогал. Когда жили все вместе, у папы была там маленькая комнатка, ну, как бы детская, и он себе ее взял. Говорит, я буду тут себе жить, а вы, говорит, в большой спальне живите. Вот. И он там себе делал, привозил из разных мест, привозил камушки, вот такие галыши камушки. И на этих камушках гвоздиком рисовал по памяти, рисовал разные церквушки, разные часовенки. Вот где он был, что он, как он видел их, вот он их рисовал. Спаситель и рука благословляет. А он крепкий орешек. Ага. И Матерь Божия. Ага. Спасите, покажите. Матерь Божия и, и святитель Николай. А Спаситель где? Я не видел. Спаситель. Вот Спаситель. Ага. В одной из паломнических своих, он причем паломничал в одиночку. И тут, идя по рельсам, он мне говорил так, его начало печь все тело. А у него были документы и деньги, ну, на передвижение. И оно его пекло. И вот он выбрасывал все, вот полностью все. Он все полностью, оно меньше печет, но печет. Он места не находит себе. Он все в себя сбросил. Он был практически нагим тот момент. И он говорит, меня только добрые люди взяли. То есть, если со стороны это посмотреть, и с врачебной стороны, то это как бы как безумие. И вот этот момент безумия, ему Господь, наверное, как-то указал, что ничего на тебе нет твоего. И так он мне сказал, что ничего на мне нет моего. Это все Божье. И оно меня пекло для того, чтобы я потом с ним расстался и не жалел за ним. И потом простыню накрыли, говорит, меня, и добрые люди приютили, потом одели. Но это уже одежда, как он говорил, одежда, она меня тогда уже не пекла. С одной поездки он привез 2 полена, 2 или 3 полена даже. Мама говорит, это что, дрова? Дома топили дрова. А батюшка говорит, да не, Анушка, это... Это же кедр, это же там еще какое-то дерево. Ну, на как это говорит, от как крест, вот из чего был сделан крест Иисуса Христа. Вот и такое дерево. И вот он привез эти 2 или 3 полена привез и ложил себе под голову. Он спал на полу, не спал ни на диванчике, у него такой диванчик был, ни на диванчике, ничего. Он ложился на пол, ставил под голову эти 2 полена. И так он спал. Бабушка, и бабушку я помню. Бабушка еще жила и приезжала. Мы с бабушкой играли в куклы. Бабушка еще была живенькая. Она... Бабушкина мама, да? Да, бабушка Пелагея. Упокоилась она в 69-м году, 5 сентября. В 69-м году, да.
фотографию они прислали. Батюшка не был, он очень скорбел, почему-то или телеграмма не дошла, или что, я не знаю, по какой причине он не был на покаянии мамы. Он очень скорбел, он очень любил маму. И он нас как-то повез на Новый Афон. Это в Грузии, не знаю, Грузия, Аджари вот это. Мы с ним вечером как-то гуляли, и он мне говорит: так бы я хотел побыть на Афоне. А я, ну, ребенок маленький. Я говорю: папа, мы же на Афоне. А он говорит: нет, на Афоне, говорит, есть гора Афон. Говорит, на Афоне, именно на том Афоне святом месте. А я говорю: да будешь еще, что, говорю, сейчас. И я не понимала. А он хотел именно туда. И сколько раз он был там, у него там даже келья была своя. А в Иерусалим, он говорит: о, в Иерусалим я даже не мечтаю, что ты, Иерусалим, это ж так далеко, как говорится, от нас. Это, но тоже вот сколько раз он был в Иерусалиме. Тоже. Ехали мы все вместе в поезде по Кавказу. Ну, вы знаете, Кавказ, там все горы святые, все горы, это вот батюшка стоял в тамбуре, ну, как бы, знаете, как вот напротив туалета есть окошко, оно постоянно открыто в огонь. Приоткрыто всегда там форточка. Батюшка там стоял, и проезжали горы, и как раз должны были въехать в туннель. А при въезде в туннель там стоял всегда часовой. Батюшка бросил пару копеек. Этот часовой позвонил на станцию. Там человек в таком-то вагоне что-то бросил перед туннелем. Перед въездом в туннель что-то он бросил. Подъезжаем на станцию. Ну, следующая, там я не помню, какая была станция, куда-то мы ехали. Ну, там в Грузии, вот это, в Грузии. Заходят два человека, два милиционера. Проходят весь и подходят к нам. Мама так сразу. Он говорит: вы стояли там в окошке? Он говорит: стоял. Вы что-то бросили? А батюшка говорит: да, бросил. Я, говорит, пару копеек бросил, святые горы проезжали. Я тогда в это время... 60-е годы. Пройдемте с нами. Мама в крик, скандал, плакать, а я сижу, ничего не понимаю, что такое. Они забирают. Так, как есть, вот забрали. Если будет все благополучно, этот милиционер говорит, вы встретитесь на следующей станции. Забрали. Мы подъехали к другой станции, там вышли. И что делать? Мама говорит: что делать? Стоим. А это билет, опять же, билеты надо брать. Опять папа не. Мама пошла, взяла два билета. И через какой-то час подходит батюшка. Он говорит: Володя, да что ты был? Говорит: ну, забрали в милицию. Привели. Это он уже рассказывает. Говорит, привели в отделение. Ну и позвали начальника. Тот начальник зашел, посмотрел на него. Говорит: ты что, веруешь в Бога? И батюшка говорит: да. Ты серьезно? Он, батюшка, говорит: ну да. А ну перекрестись. Вот при мне перекрестись. Батюшка высокий, худой, высокий. Говорит: я со всего разбаху. Перекрестился, поклонился прямо, говорит, ему в ноги. Он говорит: да, я тебе верю. Вот я, говорит, теперь я, говорит, тебе верю, что ты действительно верующий человек. Иди с Богом. Каждый отпуска, вот каждый год
во время лета. Он ездил, паломничал, вот рюкзак себе купил, рюкзак такой, как раньше был, военный, защитного света, я до сих пор его помню. И вот он одевал этот рюкзак и уезжал на месяц, на два. На следующий год на два, на три, а потом на полгода. Мама переживает, у нее рабочая единица, муж, рабочая единица, куда делась? А он же не присылал ни телеграммы, ничего. Уехал и уехал человек. Мама туда, мама сюда. Переживала, беспокоилась. Он говорит, Анушка, я же ходил по тем местам. Я был в Грузии, был в Аджаре, был кругом. Потом на следующий год возил он нас уже. А мама говорит, ой, где же мы будем ночевать? Это же скоро ночь. Говорит, где же будем ночевать? Сейчас зайдем в церковь. И там люди добрые есть, говорит, и они нас приютят. У меня мама была как бы немножко, ну, боялась. Ну, знаете, с ребенком чужие люди. Кто тебе там где приютит? Кто о тебе побеспокоится? Но он, слава Богу, вот так вот заходил. И всегда у нас было и кровь, и кормили нас, и всегда мама удивлялась. Як це ты так быстро уже нашел, квартиру уже нашел, все. Говорит, Анушка, ну что ж, поверь, наше, говорит, дается. Один раз мы улетели в горы, жили в Сухуми самом, и улетели в горы на кукурузники, ну, на святые места. Батюшка побыл с нами, побыл, мы там источники покупали, все. Побыл с нами немножко и ушел. Он говорит, я сейчас отойду тут недалеко, за горой, недалеко. Он собрался и ушел. Ждем, ждем, ждем же, мама уже того летчика. Ну, пожалуйста. Слушай, отцо, когда вы? Мы не можем ждать, у меня время. А мы ждем. Ну, мама попросила, он еще, ну, я знаю, минут 15-20, может, полчаса еще ждал. Ну, все, нет, мы летим. Мама, батюшка так и не идет обратно. Прилетели мы обратно в Сухуми. Побыли день, да, день побыли, пошли. Через день мы идем, берем билеты и домой уже ехать. Мама говорит, идем, берем билеты. Ну, идем. Пошли, взяли билет. Ну, берем два билета. Потому что на папу не берем, нету. Мы приходим обратно, а он сидит на пороге. Мама говорит, где ж ты был? Где ж ты был? Что ж ты? А я пошел вот туда, за ту горку, а там знакомый монах у меня, а я вот у него побыл. Мама говорит, мы ж тебя ждали, мы ж тебе, говорит, еще полчаса я держала самолет, чтобы, говорит, а ты ж как не... Ну, Анушка, вот так получилось, прости меня. А потом, говорит, как-то был в Почаеве, и старец мне сказал, говорит, что, ну, что, Владимир, говорит, ты, говорит, решайся, говорит, или, говорит, венчайся с ней, как положено, церковный брак, или, говорит, живи с ней, как брат с сестрой. Раз на то пошло, говорит, или иди в монастырь, говорит, вот тебе три дороги, три пути, говорит, определяйся. Ну, конечно, испытание большое было. Говорит, как шел пешком, да, оттуда с Молдавии через Одессу, рассказывал мне здесь, через Одессу, через Херсон, через Николаев, говорит, потом в Керчь пришел, переправился на пароме, прошел всю военно-грузинскую дорогу и в Грузию пришел поклониться могилке отца, да. А в Николаеве, говорит, пришел, говорит, думаю, а шел как странник, говорит, крестным ходом. Иду, говорит, уже бородку пустил, говорит, волосы, ну как уже такой образ, да. Говорит, водитель едет, говорит, странник, ты куда идешь, говорит, давай я тебе подвезу. Он говорит, да, говорит, не надо, говорит, я, говорит, иду с молитвой, пешком, не надо, говорит, меня подвозить. И шел от храма к храму, от церкви к церкви шел, и, говорит, я был такой, говорит, видный, красивый. И как-то приходил на приход, как-то люди ко мне хорошо относились, брали меня на дом. И что самое интересное, что человеку уже за 80 было, когда он мне рассказывал, отец Иоанн. А память такая, что по именам называл всех, кому он приходил, и даже рассказывал мне, как их судьба потом сложилась. Ну, я, конечно, это не могу запомнить, да? Но он по именам называл, у кого был, какой храм, у кого дома был, по именам их всех называл. Так это уже за 80 лет человеку, вот.
Господь что делает, когда человек святой жизни, то память у него очищается, все, и Господь ему дает такие вот способности. Да, ну что еще? Пришел Николаев, говорит, и говорит, думаю, где здесь церковь? Ну, он от церкви к церкви шел, от храма к храму. Говорит, смотрю, две голубки прилетело. Говорит, я смотрю на них, эти две голубки. Говорит, я не раз. Говорит, я за ними. Пошел за этими голубками, за ними, говорит. Иду, они раз тут. Говорит, и раз, и церковь. Говорит, они меня, говорит, к церкви привели, две голубки. Потом, говорит, дальше, говорит, ну вот это вот, прошел Керчь на пароме, военно-грузинского, пришел, говорит, туда, в Грузию, поклонился могилке отца, да. А потом там вот эти пустынники жили, вот это Абхазия, вот это вот, где там пустыня, ну я не был, не знаю, но он рассказывал, говорит, Пимен был там наш, архидиакон еще живой, там, говорит, дерево и забиты эти ступеньки, он там карабкался наверх, говорит. Амфилохий, который еще в схеме 83 года наш, Ефимия, а сейчас в схеме Амфилохий, тоже там был, говорит, да, еще там с ними познакомился. И говорит, два дуба вот таких, говорит, огромных, сросшихся, говорит, и там внутри дупло такое. Говорит, старец Василий, говорит, там пол мешка сухарей, а зима, говорит, 2 метра снег заметается, и он туда в это дупло заходит, и всю зиму там. И поклоны земные, говорит, делает, греется так, а сухари кушает всю зиму. Говорит, такие подвижники там были на Кавказе. Я, говорит, как это понравился мне старец Василий, подвиг жизни его. Говорит, я хотел остаться там. Да, он мне говорит, нет воли Божией, Владимир, тебе здесь оставаться, говорит. А ты, говорит, нема воли Божией, уходи отсюда. Он говорит, ну я, говорит, оттуда уехал, говорит, ну по благословению уже. Да. Потом был в Балтии, говорит. Да, в Балте там хотел остаться тоже, говорит, ремонт, то белил там, то красил, да. Потом, говорит, перед престолом перешел, как сейчас помню, рассказывал. А, говорит, меня как стали ругать, а что ж ты перед престолом прошел, говорит, не положит, только священник может так проходить в алтаре перед престолом. Да, говорит, а меня ругали, говорит, а Господь уже знал, что я буду священником. Говорит, я перешел, говорит, я замечаю это, да. Господь уже знал, говорит, ну, тоже в Балтии у меня не получилось, говорит, да, ну, потом, говорит, сел на первый попавшийся транспорт, садился, говорит, вот что первое идет, говорит, садился, говорит, и вот, говорит, приехал прямо сюда, под ворота Успенского монастыря, говорит, вот так, говорит, я, говорит, на волю Божью, Господи, говорит, ты меня веди, ты знаешь, говорит, куда, да, и вот прибыл сюда. Вот по чаеве ему Матерь Божия открыла ему, где он будет находиться. Он говорит, что по чаеве ему Матерь Божия открыла, показала ему церковь, показала ему как колокольню, где вот это. И он, когда приехал сюда, в Одессу, он узнал это место. Впервые пришел батюшка в Свято-Успенский патриарший мужской монастырь в 1964 году, когда проживал в Молдавии. Год этот для обители особенный. 24 декабря 1964 года представился преподобный Кукша Одесский. Почитатели старца видят в этом промысел Божий. На смену одному старцу пришел другой. Да, ну перед этим, конечно, еще болел он сильно, говорит. 4,5 года, говорит, у меня, говорит, легкий объем теряло, говорит, я, говорит, подкачивали мне объем легкое, говорит, я, говорит, так болел сильно, и, говорит, положили мне, говорит, в больницу, все, а там, говорит, смотрю, один умирает, второй умирает, говорит, а я, говорит, не видел смерти. И, говорит, потом, как стали, говорит, мне говорит, что, говорит, тебя тоже, говорит, скоро вынесут ногами вперед. Я, говорит, испугался и стал, говорит, молиться Господу, Господи помилуй, день и ночь повторял, и Господь меня исцелил, говорит, вот, говорит, что значит молитва для человека, Вячеслав, вот такое дело, говорит, ну не принимают в монастырь, советская власть, я говорю, когда вы, говорю, к монастырь пришли, говорит, ну где-то к 46 годам, говорит, я пришел в монастырь сюда, говорит, не принимали, потому что как бы молодых не принимали, а думали, старые поумирают, и монастырь сам собой закроется. Ну, старые умерли, молодых не принимают, все, монастырь закрылся, и все, территория отдается из здания государству, и все, монастырь закрылся.
Он приехал сюда, конечно, его первое время, ну кто его с распростертыми руками, откуда, кто знал. И тем более в советское время это проверялось каждая единица, вы знаете сами. Говорит, я крепко молился, говорит, поселился здесь у одного часового мастера, рядом с монастырем. Он принимал как бы людей, вот как мы у Татьяны были, она говорит, что отец он благословлял нам людей принимать много. И так этот часовой мастер тоже принимал паломников, они жили, ходили в монастырь, молились. И вот меня принял тоже. Говорит, комната такая, ну вот, наверное, какая-то комната, да. Вот две кровати, одна здесь, одна там, говорит, я поселился. Я, говорит, с одной стороны, а с другой стороны, говорит, со мной жил, говорит, юноша один, Ванечка звали его, Иван, да, Иоанн. И говорит, что интересно, говорит, я иду, говорит, в монастырь молиться, говорит, стану под воротами, говорит, крепко молюсь Богу, говорит, Господи, Матерь Божия, говорит, прими меня в монастырь, говорит, так молюсь, говорит, закрыл глаза, говорит, и так прошу Господа, так от всей души, от всего сердца, от всего помышления, ну, со всей, как силой души, да, искренне, да. И говорит, одна одержимая, говорит, на меня нападает, говорит, и начинает меня бить кулаками по голове. Говорит, о, говорит, как злой дух, говорит, еще тогда не хотел, говорит, чтобы я шел в монастырь. Вот злой дух, говорит, уже бил меня. Я, говорит, терплю, говорит, молюсь, Господи, помоги мне, Господи, прими меня, говорит, я хочу себе посвятить жизнь тебе, говорит, а уже злой дух нападал через человека. Говорит, возвращаюсь туда, к этому часовому мастеру комнату, говорит, этот юноша, говорит, мне все рассказывает, что у меня за целый день было. И так каждый день, говорит. Он уже, говорит, тогда был прозорливый, этот Ванечка. А потом, говорит, один день, говорит, ночью, я лег спать, мы в одной комнате жили. Говорит, и ночью по-маленькому захотелось в туалет, говорит, просыпаюсь, говорит, так, смотрю, говорит, на его кровать, а этот юноша раздвоился, говорит, один спит, один точно такой с кроватью, говорит, рядом стоит и молится, говорит, раздвоился, говорит, я от страха, говорит, не мог двинуться с места, страшно мне стало, говорит, замер на месте, говорит, а потом, говорит, он исчез, этот юноша, исчез, говорит, и, говорит, или ангел это был, или что, вот уже, говорит, как... Ну, он так смирился, говорит, или ангел, или что, но мы-то понимаем, что это ангел был. Да, уже как бы ангельская сила, уже Господь его как бы вел отца Иону, чтобы он в подвиге, в своем желании не ослабел. И вот даже отец Амфилохий, у нас еще живой 83 года, схимник, уже перед смертью, ну, причащал отца Иону, приходил, и как бы они беседовали вместе. Он там жил уже, отец Иона, внизу домик, тот возле храма Успенского. Да, и вот этот отец Даниил Келейник рассказывал мне, говорит, пришел отец Амфилохий и беседует с отцом Ионой. А это отец Амфилохий уже был здесь, Евфимион до схимы, здесь жил, и вот этот часового мастера он посоветовал отцу Ионе, он жил. Да, и говорит, отец Иона, говорит, ну ты помнишь того юношу Ванечка, говорит, отец Евфимий, который у часового мастера... Да не было никакого Ванечки, отец Амфилохий, говорит, я не помню только. Ну как ты не помнишь, ну был же, ну вот... Отец Даниил свидетель, вот я беседовал с ним буквально сколько месяц назад, да, говорит, другие его не видели, отец Иона видел, значит, ангельская сила поддерживала отца Иона. А потом, говорит, этот исчез, говорит, Ванечка, приехал батюшка с матушкой, с детьми там, говорит, шум такой, говорит, это комната, полная комната, эти дети все кричат, что, говорит, я буду надоедать людям, говорит, здесь, говорит, собрал вещи, говорит, все у него там вещи, и ушел, говорит, и жил там. На берегу моря, там, за монастырем туда, да, и ночевал, там пещера есть до сих пор, можно пойти посмотреть, даже я залазил, сколько туда, да, сохранилось до сих пор, как он выкопан туда, так, да, заходишь, все. Там жил полтора года, говорит, практически, да, как бомж. Мы находимся как раз в том месте, где подвязался батюшка Иона до того, как его приняли в монастырь. Вот тот склон, за этим кустарником находится пещера, которая была вырыта батюшкой Ионой, и где он подвязался в молитвах, в молитвенном труде. Очищал свою душу. Вот. Через 2 года он по великой милости Божией был принят в монастырь, вот, по ходатайству Матери Божией. Игумену монастыря во сне явилась Божья Матерь и сказала,
что ты спишь? Иди, у тебя монах валяется под забором, прими его в монастырь. И после этого батюшку Йону приняли в Свято-Успенский Одесский монастырь. Духовное чадо батюшки Кукша, монахиня Мария, на коровнике работала. Говорит, купили молодых коровок на коровник, и она пошла к митрополиту, Сергий был, да, и говорит, вот это владыка, сколько вот этот Владимир, говорит, уже здесь у нас под монастырем живет, говорит, и просится, его вы не принимаете, говорит, ну нам нужен человек на коровник, говорит, давайте, говорит, его, ну ладно, пускай, говорит. Отец говорит, и меня приняли, говорит, я на коровник уже поступил, монастырь, говорит, уже все, и на коровнике был, и уже на коровнике, говорит, трудился, сколько уже Господь благословил. Как батюшка, когда был на послушании на коровнике, нам тоже этому свидетели есть, когда батюшка молился по ночам на коленях, когда он опускался, то коровки преклоняли передние ноги, склонялись тоже, и видя, что он плачет, и они вместе с ним плакали. В 70-м году батюшка приехал из очередной поездки и сказал, меня забирают в монастырь в Одессу, я уезжаю. И вот с тех пор он уехал, в 70-м, в 71-м он приехал, собрал все документы, в общем, выписался и уехал. Больше с тех пор он в Молдавию не приезжал. Мне было тогда 13 лет, мама тяжело, конечно, переживала, ну как жена, знаете, это тяжело для женщины. Я ребенок, что мне, но, как говорят, знаешь, что папа есть, и все. Даже не с собой рядом, но он есть. Он о нас очень молился, я всегда чувствовала поддержку, всегда чувствовала его молитву, потому что у меня было много всяких разных случаев, в которых могло бы быть другое, как говорят, все могло быть по-другому. Но батюшка молился постоянно о нас. И он говорил, я иду молиться за вас. Я, говорит, вас не бросаю. Я, говорит, буду молиться за вас. Ну, так мы понимали. В 1971 году отец Иона принят в число братьев Свято-Успенского Одесского мужского монастыря. 25 марта 1973 года послушник Владимир был пострижен высокопреосвященнейшим Сергием Петровым, митрополитом Одесским и Херсонским, в иночество. 8 апреля 1979 года отец Иона был пострижен в монашество наместником Свято-Успенского монастыря архимандритом Поликарпом в честь святителя Ионы, митрополита Московского и всея Руси Чудотворца. Господи, можно в монахи, ты на сердце моем положи, голове приготовиться к плахе, если с детства людей полюбил, голове приготовиться к плахе, если с детства людей полюбил, если правдой псалтирь душа греет. Если совесть твою разбудил соловей, что поет на рассвете у крестов возле братских могил, если правдой псалтирь душа греет, если совесть твою разбудил соловей, что поет на рассвете у крестов
возле братских могил. Крылья веры поднял небожитель и на небо меня пригласил. Ангел света открыл мне обитель и на сердце мне крест положил. Ангел света открыл мне обитель и на сердце мне крест положил. Я люблю твои горы и реки, море, солнце и бездну светил. Наипаче святую минуту, когда Бог о любви говорил. Я люблю твои горы и реки, море, солнце и бездну светил. Наипаче святую минуту, когда Бог о любви говорил. У престола твоей благодати я привык оставлять этот мир. Когда сил моих больше не хватит, в горы я от земных уходил. Когда сил моих больше не хватит, в горы я от земных уходил. Я люблю твои горы и реки, соловья, что мне душу излил. У престола твоей благодати, у крестов возле братских могил. Я люблю твои горы и реки, соловья, что мне душу излил. У престола твоей благодати, у крестов возле братских могил. Во Христе жизнь моя. Thank you.